крутишь и укладываешь в стакан. Ну вообще полный улет. Это электронная почта. Как? Проводов нет, а? Я в интернете. Производительность увеличивается автоматически. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнер турнира – компания Western Digital. Ну что ж, друзья, вот теперь начинается уже совсем скоро матч Аэронвилл против команды ДТС в рамках Intel Challenge, 7-й сезон, лютая игра Россия-Украина. Мучительный состав команды ДТС. Не знаю, что с ним будет дальше. Увидим, но команда сейчас борется не за то, чтобы попасть в топ, а за то, чтобы, наверное, не вылететь из чемпионата. Так, вот теперь я Фостепан Туболит. Наверное, не Попс, друзья, это у нас, наверное, Валентиныч. Я вчера вообще забыл про него. Извини, Валик, сегодня я тебя помню. Мне как раз в игре спрашивали, где же Валентиныч. Вот он появился, друзья. И вчера он тоже был, ну, как бы, ничего страшного. Валик здесь, Валик играл за сборную Украины в рамках кланбейса. Там такой довольно экспериментальный состав, как всегда Украина ставит на кланбейс. Вот недавно проиграли Дании 16-14, я эту игру хочу тоже вот прокомментировать. Еще завтра вот записать себе вот, наверное, этой трансляции. И тоже выложу на Киберарена ТВ. Говорят, очень интересная была игра. Ну, последим. За всем, конечно, мы сегодня, точнее, завтра уже. Ну, а сегодня вот-вот начнется игра ДТС Аэронвилл. И вечером, после этой игры, следующая Нави против поляков US. У нас сегодня большой вечерний мегафайт в рамках Intel Challenge. И наша вторая игра тоже должна быть интересная. Очень скоро начнется эта встреча. Ну, и давайте, наверное, еще раз взглянем на турнирную таблицу чемпионата. Посмотрим, что здесь происходит у нас. No problem, по-прежнему лидеры. Фиксы уже вторые, они обошли USSR. И четвертые Universal Soldiers, которые играют с Na'Vi. Na'Vi пятые, но это следующий матч. Нас интересует команда, которая будет играть сейчас. ДТС 11, 4 победы, 7 поражений. Провальный сезон для украинского гранда. И нужно что-то решать, наверное, команде Днепротехсервис со своей командой. Ну, либо чтобы парни начали уже хорошо играть. Аэронвилл, восьмые, 6 матчей всего сыграли, как и Na'Vi, но 5 побед, 1 поражение. Лекс, я думаю, на ближайшие 2 недели захочет поднять команду в турнирной таблице. Посмотрим, как это у него получится. И уже вот совсем скоро начнется игра. Уже последнее вот подключение. Лекс появился, нет, это Мэш появился. И, наверное, вот-вот пойдет эта игра. Друзья, не забывайте наши средства связи. Это наш канал Киберарена ТВ на Квейкнете. Ну и, конечно же, группа в Стиме Киберарена ТВ. Присоединяйтесь, заходите. Ну и не забывайте про Твиттер. Твиттер пока что есть у меня, Tuff.ua и у Вилата. Вилат через единицу. Это для тех, кто увлекается дотой. Следите там тоже за новостями и подробностями. Также новости на Киберарена ТВ каждый день появляются по матчам и трансляциям. Ну и что, у нас, по-моему, сейчас начнется раунд на ножах. Потому что для этого момента надо какую-то эпическую песню поставить просто безумную. Давайте, ну уже пошли ножи, поэтому безумства будет мало. Оставляем музыку. Итак, минус Black Mamba, White Mamba, Фостепан Тубали. Я вот вечно путаю ники игроков ДТС. Они меня вот просто сбивают мне мозг, и я уже просто буду говорить, кто есть кто. Я мог вчера вполне легко путать Попса и Валентиныча. Но вряд ли. Вроде бы все нормально. Спрошу у них сегодня, вообще после матча, что будет с никами. Так, ну что, включаю музыку, поехала игра. Удачи командам ДТС и Аэронвилл. Аэронвилл начнут в атаке, ДТС будут защищаться. Напомню еще раз, игра Intel Challenge, комментирует игру Тафа. И, друзья, вы смотрите прямую трансляцию на канале Киберарена ТВ. Первый, второй ретранслятор. Для тех, кто там не в теме, второе качество поменьше. И если у вас не тянет первый, то переключайтесь туда. Там у вас будет
Все отлично. Что ж, смотрим пистолетку. Как у нас пойдет игра у Iron Will, мы сейчас увидим. На банане Мэш, тут же Лекс. На тремя ящиками у нас Фостепан, Тубали, Ком. Возможно, это Валентиныч. Барт ему должен хлоповать нам флешкой. The Wonder, наверное, это Попс и White Mamba, и Black Mamba. Нет, Попс один из мамб, и White или Black. Поэтому не хочу вас вообще сбивать. Давайте смотреть за тем, что происходит сейчас. Ну и не забывайте писать в Мирку и в наш чат. Я там тоже слежу за всеми вашими сообщениями. Iron Will перетягиваются. Перетягиваются на правом вторую длину. На банане остается один Лекс. И это будет какой-то фейк. Уже вот читает Лекс ситуацию. Видит, что банан отдали. И сейчас контролирует его до конца. Знает, что нет инфы. Сейчас подсаживают в дом уже. И будут чекать мидл. Да, будут проверять и пытаться согнать с ребер соперников и загнать за биды ТСов в плант. Хотя вот White Mamba идет чекать мидл. Минус от Лекса. Хороший хэдшот от Алексея Колесникова. Финн делает минус Глока. И один в коврах остается Black Mamba. Хэдшот одному. Зачем начал двигаться? Мог второго принять. Минус от Хали. И Iron Will, наверное, возьмут первый раунд. Железная воля. Ух ты. Фостепан Тубали.ком. Отправляем Степана на Бали. И Финна Fight to Black отправляем. Рассматривать черный экран Малевича. Квадрат минус от Лекса. Фостепан Тубали в ситуации 1-2 не справляется. 1-0 в пользу команды из России. И команду, которую ведет к победе легендарный Лекс. Хотел сказать страшный и ужасный, но все нормально. Лекс, тащи! Тафа, когда меня разбанят в стим-чате? Ну, там у нас есть правила, установили админи, поэтому лучше узнавать у них. Ну, а так, возвращаемся к этой игре. Что у нас будут делать ДТС? Эк-раунд 3 на Апланте, 2 на Б. Вот точно так же, по-моему, как и пистолетки стоят. И ничего не меняется сейчас у команды ДТС. А жаль, потому что могли они сейчас придумать что-то интересное. Ну и вот на Ютубе, кстати, должна появиться предыдущая игра, друзья. На Ютубе Киберарены, поэтому смотрите. Там вот-вот, ну, будет появляться качество. Там сначала 240, потом 360, потом 400 с чем-то. И потом 720 HD. Кому интересует. Ну и вот отстрелили ДТСа, в Днепротехсервис не тащит этот раунд. И вот мне интересно, вот что же сильнее, да, вот команде ДТС, вот им нужно вот не попасть в нижнюю часть и подняться наверх. Вот реально ли это, морально настроили ли парни на такое. Либо вот команде вот Iron Will больше нужна победа. У них там 5 очков, 5 побед, 1 поражение. И кто вот, они будут продолжать тащить. Либо ДТС все-таки им надоест проигрывать, и они хоть сегодня хоть как-то поборются. Ну и, кстати, ДТСы, опять же, там Валентинович играет за несколько миксов сразу и за сборную сейчас, и команда, половина игроков сейчас довольно расслабленно себя чувствует, играет только вот в ДТС и только в матчах Intel Challenge. Не знаю, есть ли тут тренировки или нет, может быть, катают миксы, но вот сейчас видно, что ДТСы не занимаются своей игрой. Возможно, что-то поменяется. Пока смотрим за Iron Will. Они выигрывают в этом матче, кстати, уже со счетом 2-0. Сейчас, я думаю, они и третий раунд, да, уже заработали здесь сейф ДТСов. Они закупились, кстати, в третьем раунде, решили рискнуть, но риск был неоправдан. И сейчас вот нужно будет думать, либо играть с тремя девайсами, либо снова рисковать и там уже с двумя диглами, с арморами, с кусачками играть двум игрокам. Может быть, конечно, хватит еще на какие-то девайсы, но я в это не сильно верю. Что ж, четвертый раунд. Ждал его с нетерпением. Гляньте на статистику. Лекс уже 8-0. Сейчас посмотрим, кто взорвал бомбу. Там Халли 4-1, 3-0 Мэш. Возможно, это была его бомба. Финн 1-2 и 0-2 Флай. Фостепан Тубали.ком на первом месте в команде ДТС. Интересно, вот сегодня кто-нибудь из нами отправит Степу на Бали или нет. Что мне пишут? Брейн опасен. Тафа врубай ВХ. Ну, врубаю в самые интересные моменты, вы знаете, когда вот нужно это дело, конечно же, покажу, как прошивают стенки, либо как выходят. Вот на коврах момента White Mamba с диглом, да, все-таки играет команда ДТС, попал пули, но не хедшотом, и потеряли одного игрока ДТС, и под флешки сам себе запускает Black Mamba, возможно, это Попс, минус Мэш. Ой, вот тут уже сильно вышел, получил хедшот там, кстати, кто-то на коврах, но план зачищен, и 2 в 4 ситуация. Iron Will давят, нагнетают, накаляют, и ДТС сейчас рассыпаются. Ой-ой-ой, какой минус от Лекса. ДТС
Остается один у нас игрок, тоже с успом, и дают ему флешку, и минусуют его Халли. 4-0 в пользу железной воли. Днепротехсервис не может собраться по ходу этого матча. Ну ничего, возможно, кто-то изменится дальше. Только начало, карта Инферно. Все будет хорошо. Лекс возвращаются, уже начинают, начинают писать. Лекс возвращается. Возможно, увидим. Пока что мимы самая сильная команда России, даже несмотря на то, что команда сегодня проиграла Escalade. Очень сильно удивили меня латвийцы, и я буду эту игру завтра вот в записи ее хочу прокомментировать. Обязательно демку, если такая существует. Ну и матч Украина-Дания, возможно, также запишу завтра. Смотрим за Айронвилл, что они делают. Уже подсадили флая в дом, уже Финн там, по-моему, давал гранаты на коврах. Дым на банане, Лекс занимает уже позиции на банане. И пошла перетяжка у Айронвилл. ДТС, кстати, уже потеряли The Wanderer, 0-4 у этого парня. Бартоломео 1 на Б, причем очень пассивно смотрит точку. Ну не то, что пассивно, он там присутствует, я бы это так назвал. Не то, что держит, просто присутствует. Либо для инфы там, либо для чего-то еще, но... Ну вот теперь типа держит, ну и уже его он спалил троих, его увидели, и теперь заходит спокойно Аранвил, еще флай на перехвате стоит на центре, минус от флая. Вот-вот он начинает бороться. Бартоломео, минус 2, ого, как он сыграл. Блэк Мамба в дым, Фо Степан Тубали, минус Барт, о боже, что? Что сдали только что ДТС, я уже... Думал, ну все, я думаю, все зрители со мной согласятся. Раунд был на 90% выигран Айронвилл. Но железная воля не собралась на этот раз. И ДТСы берут свой первый раунд в этом матче. Да, ну как проиграли мумы сегодня. Это просто фантастика. Я думаю, это новость вечера. Просто новость вечера. Так, ну и заодно помониторю за нашим чатом. На банане перестрелка у Бартоломео, уходит Лекс, уходит на мидл, это развод, и здесь только два игрока у ДТС, The Wanderer, и кто-то ему хелпует, минус The Wanderer в десятке, White Mamba 9 хп, и это Борода, минус уже два игрока у ДТС, и все, вот сейчас уже точно Лекс тут решает, White Mamba, сейчас Лекс его тоже должен зажать, да, Лекс, раз, два, три, 13-1 статистика Лекса после 6 раундов, он просто... Рвет на куски команду ДТС в данный момент, и мало шансов у украинцев в этой игре. 5-1. Не могут собраться. Не могут собраться ДТСы. Давайте смотреть за эко ДТС. Извините, я немножко отвлекся. Вилат пришел, расскажет мне новости из футбольного мира. 2-2 Украина-Румыния. Скучная игра. Да, футбол мрачный. Ну, что с дотой, Вилат вам на своем твиттере напишет. V1 Лат, да, у тебя твиттер, Вилат? Да, вот, если что, фанаты доты, смотрите, что там. У меня TAF.ua тоже зарегистрировал. И начинаю его активно продвигать. Так, The Wonder. Ай-ай-ай, минус от Хали, и очень легко сейчас этот эко разрывают. The Wanderer не засорил, не показал вот то, что написано в его нике. 6-1 в счет в этом матче, железная воля, Лекс разрывают. Но увидим, что будут делать ДТС. Вот, Вилат, ты же близко к ДТСам, не знаешь, Поп собирается что-то думать с командой, Макс, что-то решать своей командой по Counter-Strike? Не ходят ли там слухи о приобретении, я не знаю, Месси в команду ДТС? Какого-то Месси мира Counter-Strike, там, плюс Нео. Пока не знает, говорит Вилат. Ну ладно. Айронвилл по-прежнему играют через подсадку в доме. Финн на коврах. Лекс занимается бананом. Видимо, такая должность у него на Инферно. Отлично справляется пока что. Напрягает там Барта. Ну и Барт... Боится занимать банан. Это, наверное, ошибка ДТС в этом матче. Они все равно играют 4 на А, но, видите, плохо. Один срывается на Б. Наверное, Валентинович пытался хлоповать. Выход на А через 7. И ковры пошла. Флешка на... над плентом. The Wonder минус ковров. Здесь двое принимают. Лекс минус. Мэш минус. Минус Хали от The Wonder. Еще закончились патроны. Минус от The Wonder. Как-то он... пьяный мастер какой-то в песках здесь. The Wonder. Минус 4. Вот все в пузо. Коряво как-то. Ну, минусуется вообще. Очень круто. Зато и... главное, эффективно. Пусть там движение не как у Нео, но зато четверых забрал. И вот Барту нужно просто
Тащить теперь. У Лекса 9 хп, 1 на 1 ситуация. Ну что, Алексей Колесников, также известен как АК, затащит или нет? Ну вот, где-то прицел вводится. Вводится в этому ящику, где... Вот он! Ой, Барт! Прям в лоб поставил с ВП Лексу. Великолепно дернул мышкой. И второй раунд для ДТС. Ну, хотя, конечно, шансы у Лекса были минимальные. У него мало было ХП. Но если бы ВП промахнулась бы, то, наверное, Лекс бы там с калаша, да, уничтожил бы. Банан занимает Айронвилл. Будет ли готов к этому Бартоломео? Но он стоит сейчас с ВП, сейчас трое будет выпрыгивать. Через дым его выпускают. Ой, какой плохой тайминг для ДТС. И тут трое за углом. Он видел... Ой-ой-ой, видел ноги заходящие, заползающие наверх. И вот выходят трое игроков за углом и жмут Барта. Один ХП. Нет, не уходит. Гранатой догоняет его. И все, занимают Б. Фостепан тубаликом начинает принимать Б-плант. С диглом Хае кидает, залетает. И ой-ой-ой-ой-ой. Слепой. Слепой просто. Его сейчас легко спреет с калаша Хали. White Mamba также на банане сейчас, по-моему, погибнет. Да, минус от Фина. И двое последние с хелпы уже вряд ли что-то сделают. Хороший раунд для Айронвилл. Лекс 16-2 продолжает терроризировать команду Днепротехсервис. И постоянно ломает им экономику. Молодцы, молодцы вообще парни из Айронвилл. Хорошо играют все парни причем. Ух ты, Black Mamba на выбивании как хорошо сыграл. Навыбивал тут пушек. Но Лекс уже спину его обходит. Вряд ли выживет сейчас Black Mamba. Пошел брать раунд Хали за Иксом. Сейчас будет уходить назад. А там уже Алексей Колесников. 17-й фраг Леши. 17-2. ДТС и попали сегодня в плотную раздачу, по-моему. Но увидим, что будет дальше. Ну и следующая игра. Сразу заранее делаю анонс. Друзья, на стриме Natus Windsor возвращаются в большой Counter-Strike в этом году после отдыха на чемпионате Европы. После чемпионата Европы. И будут играть сегодня против польской команды «Универсальные солдаты», которая, кстати, на четвертом месте в турнирной таблице. Нави пятые. И эта битва кое-что дорешит турнирной таблице седьмого сезона Intel Challenge. И вообще интересно всегда смотреть за командой Na'Vi. Ну и вот Эко ДТС на мидл из дома. Айронвилл, Лекс, Мэш принимают пока что в большинстве Айронвилл. Потеряли двоих. Минус от Лекса. Все, последний остался ДТС. И минус от Флая. 19-2. Леша сегодня решил побить, по-моему, какой-то рекорд по набитым фрагам. 8-2 счет в этом матче. Ну и очень-очень неплохо играет команда из России. Я думаю, все со мной согласятся. Сейчас Айронвилл великолепный. И выход на банан будет. И 5 банан. Еще один эко ДТС. Ну, ДТС остановились. А зря, зря. Ну вот дали 2 хаешки. Ой, кучу дэмэджа. Хали жмет. Минус. Мэш минус 2 с хаешки. И только одна граната ДТС сработала. Остался здесь один Валентиныч. Двоих сняли. Хэдшот великолепно сыграл Валик. Ну, еще двое. Вряд ли, вряд ли. Тут должны железно сыграть. Железная воля, минус от Мэша, 9-2. Вот чем-то напоминает мне эта игра предыдущую. Уверенная игра в атаке была у Frag Executors. И сейчас уверенная игра в атаке у команды Айронвилл. 9-2. Ну, Лекс, конечно, показывает то, что старик в деле. Старик тащит. И вообще, как будто молодой. Вообще, по-моему, в этом году все решили восстать. Нео там заиграл, как просто... Не то, что старый добрый, еще лучше. Лекс заиграл. И очень интересен будет 2011 год. Минус от Флая. Жмут банан, сняли одного игроков. Ну вот, вот в этом проблема сейчас на Инферно у команды ДТС. Вот. Даже не только в этом, наверное, везде по чуть-чуть. И на Б, и на А, и там чего-то не хватает. Ну, не зажато, зажато играют, и Айронвилл этим пользуется. Ну вот поджим, поджим. Смотрите, дом и ковры поджимают. И минус из дома, минус на коврах. И в большинстве ДТС. Ну что, Айронвилл. Что будут делать? В дом пошел Финн с префайра. Ой-ой-ой, как он зашел. Как важно сейчас было сделать этот фраг на опыте просто. Финн тащит. Лекс в дом пытается выйти. Еще минус. White Mamba от Fly. И уже снова Айронвилл. У них есть преимущество. Занимают точку А. Дым на малое. Хае туда дальше на Black Mamba. Ой-ой-ой-ой. Минус от Fly. И это... Это, наверное, очередной раунд Айронвилл. Black Mamba с ВП. Дымы ему мешают, напрягают вот игрок, видите, с пятерочки, точнее, с центра. И 47 хп у Black Mamba. Идет брать, все. Финн отлично сыграл этот раунд с планта. Ну, хотя вот, видите, общая статистика его 7-7. У Лекса уже почти 20 фрагов. 10-2. Уже можно говорить 6 раундов до победы. Даже так, даже так.
вообще неплохо играют. Не то, что неплохо, хорошо сегодня играют Айронвилл. Ну, понятно, что ДТС сейчас не в том состоянии, чтобы сопротивляться против Айронвилл, которые не стали с начала месяца играть матч Intel Challenge. Они вот буквально даже 2-3 недели тренировались, там сыгрывались с новым игроком. И вот сейчас в дело пошли. Black Mamba хорошо, минус 2. Два хэдшота с Дигла на центре, минус от The Wanderer. И ДТС на этом эко-большинстве поджимает. Банан, минус от Барта, равный размен, Фин 1. Ну, Фин опытен. Финн много раз такие ситуации играл, и этот парень играет на топ-левеле уже лет 8, наверное, поэтому, ну, не топ-левеле, но, по крайней мере, в смысле, не супер-топ-левеле, но лучший в России уже на протяжении, там, 8-9 лет, один из лучших игроков, в командах топовых играет, и поэтому такие ситуации должны браться. Даже вот есть калаш у Барта, Финн, кстати, 1-1 уже. Да, был минус от Фина. Я его поговорил. И вот теперь Барт без армора пытается зажать. Фин. Барт, ну кто кого? Барт, хедшот, как дал. Но успеет ли или нет? Ну, вроде бы успевает. Вроде бы, да, начинает рано диффузить. Диффузов нет. Но должен брать раунд. Третий. И Фин не затащил. Вот видите. Все-таки бывают такие рандомчики, как хедшоты. Да, не туда поставил раунд, как хедшоты вот такие шальные и эко. Вначале, конечно, там хорошо сыграл, по-моему, Black Mamba и просто жестко раздал. Так, третий раунд, извините, сбилось у меня табло. Третий раунд для ДТС и смотрим дальше. 2 на Б у ДТС, наконец-то в центр начинает агрессивно выходить. Это АВП, Black Mamba, банан не занимается. АВП продолжает агрессивно играть в центре. И зажал Лекса! Зажал Лекса за ящиком, но нет, Лексом показал ногу и уже ушел с той позиции. Подсадка будет в дом, Финн смотрит ковры. И поджим ковров, кстати, White Mamba и The Wanderer там. Смотрим на Финна, включив ВХ, чтобы видели всю ситуацию. Вот он, поджимчик срабатывает великолепно. ДТС играют отлично, но там еще двое на коврах. Минус от Хали, еще второго можно могут не упустить. Нет, нет, ушел The Wanderer, 25 хп, продолжается аркадом. Перетягивается третий игрок сейчас на точку из ДТСов, и все равно позиции очень плохие. Тут, видите, ой-ой-ой-ой, что же сдает Лекс? Невероятно. The Wanderer, минус 2 на планте, 2 хедшота и 2 на 2 ситуация. Ну, далеко Бартоломео, а знают, что где-то здесь. Вот, видите, уже держат на прицеле. Лекс, третий или четвертый минус в раунде. 22 на 4 статистика АК. Бартоломео, 100-й. Идет в плент, минус в песках, нет, не будет, получил хедшот сразу, и Лекс еще один минус, 23-4. Я показываю вам статистику, набивает Лекс фраг за фрагом, ну и последний раунд первой половины. 11 раундов у Айронвилл, и Железная Воля мощно играет эту встречу Intel Challenge. Тут не поспоришь. Ну и, друзья, вам могу сказать, что завтра, нет, по завтрашним матчам еще рано, наверное, говорить, завтра будет завтра, а вот сегодня еще сыграют Na'Vi и поляки US. Это следующий матч на нашем стриме, который должен начаться в 22:00, но, может быть, мы немножечко опоздаем, хотя вроде бы по расписанию успеваем. Минус от Фина, минус от Black Mamba, минус от Флая, размен на коврах и 3 на 3. Ну что, Мэш жив, Хали жив, Флай жив, поэтому, думаю, сейчас будут разруливать ситуацию. White Mamba в центре агрессивно играют, могут убить. Два дигла у ДТС, один кольт у Барта всего лишь. И убивают. Нет, убивает Флай White Mamba. Вот Фостепан Тубали поджимает ковры. И, ну, плант идет на Б. Это единственная надежда ДТС в этом раунде. Слышит Флая, кстати, вот сейчас игрок с диглом. Сразу, да, да, вот в этот момент нужно было стрелять, смотрит банан, и все, полетели на Б, два игрока. Айронвилл, они знают, что максимум один на Б, и попытаются его сейчас зажать. Очень важно было, чтобы Барт дал хотя бы один минус, но не получилось. Хали 14 хп остается, и это, наверное, раунд для Айронвилл. Сейчас увидим. Минус от Айронвилл. Ну и 12 раунд. Очень легко идет эта встреча для российской команды. ДТСы не могут собраться. Ну что ж, смотрим вторая половина. И тут вот точно так же, как в предыдущей игре. 12-3, и нужно брать пистолеты. Если их не брать, то будет очень-очень больно и неприятно. Продолжаем смотреть, друзья, за этим матчем. Смотрим на Киберарену ТВ параллельно. Вообще, я говорю, не только сейчас, а
все время, следите за анонсами матчей, за новостями, следите за твиттерами вот моим, Tafa.ua, следите за нашими новостями в группе Steam, в принципе, стрим не пропустите. Вот прыгнуло HLTV, но это вроде бы не пистолетный, поэтому я зря переживаю. Нет, ну как Escalate Meme, это просто невероятно. Завтра обязательно запишу эту игру и, скорее всего, еще запишу Дания Украина. А вот, может быть, многие не видели. Кланбейс, конечно, мы не слишком сильно афишируем. Они сейчас попадают на матч Intel Challenge. Но, тем не менее, Кланбейс это второй чемпионат среди наций. Конечно, он за него не получают деньги, в нем не играют топовые игроки. Причем, как бы, во всех сборных так сложилось, что играют практически везде вторые составы. Ну, не во всех таких топовых странах. Ну, все-таки ENCN, конечно, престижнее, но все равно будем следить за Кланбейсом обязательно. Не только за Украиной, но и за Россией, за всеми нашими странами, вот кто входит в комьюнити Киберарена ТВ, за всем СНГ комьюнити. Так, начинается вторая половина. Внимание на экран. ДТС против Iron Will, вторая половина. Все, понеслась. И ДТС на банан, тут двое. Флай. Флай вместе с Лексом отошли назад. Аркада продолжается. Решили волной вот залететь на точку, но нет, отошли. Холд и Мэш уже в спине. Мэш уже в спине. Тут главное не ошибиться. Он тоже аккуратно стал на прием. Но, вот видите, уводит прицел. Даже сам справляется. Блэк Мамба. И сразу выходит банан. Минус от Лекса. Плант здесь был. Это был фейк от ДТС. Они хотели так фейкануть, чтобы запустить плант на пустую точку. Но не... Просчитали почему-то поджим банан. Флай запотрошился. Успа. Минус 2. Барт минус Лекс. Барт 1. И его жмут на нуле. Минус от Фина. Ну, это, наверное, все. Я аж голос. Я немного сорвал после первых двух игр. Но, в принципе, я думаю, все равно вы меня прекрасно слышите. И понимаете, что Iron Will, скорее всего, вот этим раундом выиграли себе игру. Ну, сейчас увидим, что будет у ТС. Гранаты, диглы. Диглы все-таки решили купить. И куда пойдут? Ну, я думаю, это что-нибудь аркада. Потеряли много времени в начале матча. Таф, мы тебя теряем, пишут. О, боже. Таф, ты будешь комментировать Нави? Супер вопрос. Лекс и Флай. Поджали банан. Лекс залетел уже. Посмотрите, по-моему, в темку пойдет. Здесь ДТС делают подсадку, а здесь уже пацаны решают, ну, налево. Посмотрите, здесь уже Флай с Лексом. Ну, вот их смотрят. Их, кстати, по-моему, ждали поджим. Сейчас под флеш будет выкуривать. Ну, это, наверное, Валентины. Сейчас он дает флеш над балконом. Выход минус от Лекса. Еще одну флеш от Валика, но здесь без шансов. Гранаты не спасают ДТС в этой ситуации. Пушат Iron Will и давят. Давид ТС на второй длине под домом. Последний игрок ставит бомбу. Ну, хоть что-то получилось. По-моему, по коврам проскочил. Может быть, через мидл. Ну, неважно. Главное, конечно, что поставил бомбу. Добавил денег команде. Но, в общем-то, уже в этом матче, наверное, все ясно. 14-3 в пользу Железной Воли. Это седьмая победа будет для Iron Will. И значит, что команда будет бороться за топ-6. И команда может в ближайшие туры выйти в лидеры чемпионата Intel Challenge. Почему бы и нет? Ну, конечно, основные фавориты по-прежнему Na'Vi, а у них нету поражений. И они тащат пока что вот под сухую. 6-0, 6 побед, 0 поражений. Так, ну что ж, друзья, ДТС очень аккуратно играют сейчас на нуле, ждут поджимов. Решили, по-моему, выйти на банан. White Mamba пропрыгал там центр, серклом подергал. Нет, для АВП вроде бы нет. Флайт, кстати, есть на банане. Лекс что-то делал с диглом в рыспе. Непонятно, Бартломео уже 16. Флай уходит с банана. Видимо, на кнопке у него есть поворотики. Видимо, тоже ценс не очень большой у этого игрока. Ну и вышли под флеш, выпустили Лекса на банан. Смотрим, Лекс минус, Барт его выбивает. Бомбу нужно забрать сейчас игрокам ТС. Подобрали девайс, Флай уходит глубоко в точку. И Хали идет им хлоповать. Также Финн смещается. Вот почему смещается. Мэш прошел по второй длине. Вот сейчас центр могут отдать ДТС, но Финн идет перекрывать центр. И Финн в центре уже стоит. Есть минус от Финна, двое далеко. И уже Мэш на позиции. Метро контролит, минус от Финна. Он дальше вышел смотреть мидл. Минус от Финна, Финн, что происходит? ДТСов просто отстреливают.
Хали минусует Бартоломео. 3-0 в пользу Айронвилл. Вторая половина и уже 15-й раунд у российской команды. Я думаю, тут уже все безоговорочно. Должна быть победа. Ну, глянем. Хороший респаун, кстати, у ДТС. Банана спаун, так называет Карн этот респаун. Ну и вот сейчас глянем. Сдиглы, да, флешки, вот все, что можно. То и купили Днепротехсервис. И два дыма на центр, по-моему, будет аркада в ответ. Да, аркада в ответ, центр. Лекс, хае, минус, фин залетает. Блэк мамба, вайт мамба, лекс, мэш, блэк мамба, хали, мэш. И все, это победа команды Айронвилл. 16-3, очень легкий матч, очень легкая встреча. И просто без шансов, по-моему, все было очень просто. Так, я почитаю, что пишут. Ура, ура, найс. Днепротехсервис, да, это вот старое название команды, но оно есть, аббревиатура. Айронвилл тащит, пишут Габелла. Айронвилл тащи, мне пишет какой-то Лекс в сети. Айронвилл тащит, да. Ну что ж, друзья. Это была отличная игра. Нам сейчас предстоит еще раз одну игру посмотреть. Na'Vi US. Ну, буквально через 10-15 минут, максимум 20. Поэтому тоже отдохните. Займитесь своими делами и возвращайтесь к нам на стрим-канал Киберарена ТВ. Комментировать буду игру я, Тафа. Поэтому будет очень интересно, что же произойдет дальше. Партнер турнира – компания Western Digital. Intel Core i5. Умный. Прибавляет мощности, когда нужно. Неплохо. Начать операцию захвата. Вперед, вперед. Вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна. Парни, это 5. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost.